рада, что у сына столько подружек. Ай да, сынуля. Прекрати. Не заставляй всех смущаться. Ты снова с мамой живешь. Рада за тебя, Харухико. И мы все рады. Спасибо. Хотя я к этому еще не привык. Эй, а которая из них нравится больше? Мама! Да ты о чем? Ну ведь, кто-нибудь из них потом моей дочкой стать может. Так что поближе уже сейчас познакомиться хочу. Прекрати! Вы ведь с ним отлично ладите. Ну, мы вместе целую неделю жили. Как-то наедине очутились, и он сказал, нам нужно быть вместе. А ко мне по-доброму всегда относятся. Братик Харухико всегда меня вдохновляет. Готова для всех раскрыть свои объятия. Можете выйти замуж за сыночка, когда захотите. Но! Да рано еще для такого! Прости, увлеклась немножко. Что за предчувствие? Присутствие по всей комнате.